Всем привет! Нередко задают вопрос, можно ли играть основанием такого-то размера. Иногда бывает ситуация, когда человек заказывает основание ручной работы, и его беспокоит, можно ли будет играть таким основанием на рейтинговых турнирах. Типа, я играю длинными шипами и хочу увеличить вес ракетки. Хочу, чтобы высота или ширина основания была больше, а заодно пятно стабильного отскока, чтобы было больше, и таким образом будет больше контроля. Или хочу, чтобы основание было квадратное. Или даже треугольная. Но вдруг меня забанят на соревнованиях? Что об этом говорят правила? А по правилам основание может быть любой формы и любого размера. Правила никоим образом не регламентируют форму и размер основания. Совсем не регламентируют. То есть вы можете сделать квадратное основание, можете сделать треугольное, можете сделать ромбиком или круглое. Или даже в виде звездочки с волнистыми краями. Только в виде шара нельзя, потому что поверхность должна быть плоской. Вот только одно требование есть, что поверхность основания должна быть плоской и однородной. То есть не должны сучки торчать всякие и ямы не должны быть. Вот за исключением этого основание может быть любой формы и любого размера. Можно, например, метр на метр сделать, если сможете им играть. Как минимум на турнир вас с такой ракеткой должны пустить. Так что можете сходить и посмотреть на реакцию своих коллег. Правила не против. Если у вас еще есть какие-то вопросы по теме инвентаря, задавайте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Даже смешные вопросы можете спрашивать. Всем пока!